Праправнучка Александра Пушкина, герцогиня Аберкорнская, стала почетным доктором Петербургского университета профсоюзов. Торжественная церемония состоялась в северной столице накануне. Гостями встречи стали дипломаты, писатели и ученые. Александре Гамильтон вручили докторскую мантию и выразили ей благодарность за бережное отношение к русской культуре, которую герцогиня старается хранить и развивать во всем мире. Я всегда с большой радостью посещаю Россию. Будьте достойны такой чести на земле моих предков, а также того признания, которое она приносит, это особенно значимое событие для меня. Отмечу, герцогиня является также прямым потомком императора Николая I. Сейчас Александра Гамильтон проживает в Ирландии, где проводит мероприятия, связанные с русской культурой, и является почетным консулом России.